Девушка, у которой менструации закончились в середине дня, должна ли она поститься оставшийся день? Женщина, которая очистилась от менструации в дневное время месяца Рамадан и не держала пост в этот день, а потом, когда наступило 10 или 11 часов утра, менструации закончились, и она очистилась, мы говорим, разрешается ей не держать пост в оставшийся день. Тот, кто не постился в начале дня, имея на это оправдание, то он может не держать пост в остаток дня. А что касается того, кто оставил пост, не имея на это оправдания, то он должен покаяться и тотчас же воздержаться от всего, что портит пост, и поститься в оставшийся день. Те, кто не соблюдает пост в месяц Рамадан, делятся на два вида. Не соблюдающий пост, имея на это оправдание, к примеру, больной, путник или женщина, у которой начались менструации или послеродовое кровотечение,